Добрый день, друзья! Я вас приветствую в солнечной Одессе. Сейчас я буду катать свое святое тело из Аркадии на отраду к дельфинарию Немо. Поехали! И сейчас мы с вами едем вместе на электрическом прогулочном таком вот автомобиле, не знаю, автобус, как это называется, ну, такой электрический, из Аркадии в Лонжерон пляж по набережной. Эта дорога называется «Трасса здоровья». На ней занимаются спортом люди, велосипеды, бегуны, пешие. Ну, вы это видите. Она проходит, эта трасса, над морем. Там буквально спуститься совсем чуть-чуть. Мы приехали в Аркадию, что-то моей спутнице не понравилось там. Мы собрались и поехали. Вот, видите, проехал такой трамвайчик. Это вот на таком мы точно едем. И мы собрались и поехали опять в Лонжерон. Наверное, там более уютно. Сходили в дельфинарий Немо, позаглядывали немножечко. Дальше я обязательно прикреплю из смотрового окошка небольшой видосик дельфинов. Мы не ходили на представление, но моя компаньон Анечка сказала, теперь обязательно приедет в Одессу с ребенком, ну, с семьей я имею в виду, чтобы именно ребенку показать замечательное представление с дельфинами. На пляжике мы расположились, пили, отдыхали, говорили, и пошел, конечно, дождь, потому что... Почему, конечно? Потому что нам его обещали. Люди все позабегали, попрятались. Но дождь, он был весь день. Он начинался, заканчивался, солнце пекло. В общем, было классно, нам нравилось. Мы отдыхали, загорали. Ну, я даже смогла обгореть немножко. За этот день было очень много солнца и очень много дождя. Но если вы посмотрите немножко дальше, смельчаки под дождем в молнию мокли в водичке.
Честно говоря, для меня вода это холодная, 18-19 градусов. Я не мерила, так пишут, но для меня холодно. Дождь закончился, и мы пошли как к дельфинарию Немо. Вот это вы сейчас, вы его видите. Причал возле Немо, море. Это район Лонжерон. Немножко заглянули в смотровое окошечко. Вот оно. Вы знаете, я никогда ранее не знала, что бывают такие смотровые окна. И никогда не подглядывала. Но была там в каких-то океанариумах. Просто смотрела на рыб, которые там свободно плавают. Но так, чтобы увидеть... что делают рыбы, дрессированные рыбы, это было очень интересно. Поэтому я оставила вот такой вот в видосике участок, побольше то, что мы видели, как говорится, с обратной стороны сцены. Не то, что зрители, а то, что под водой делали дельфины. Там были касатки. Касаток я ожидать не стала, это было бы очень долго. И непривычно мне было из-за кулис снимать. Немножечко, и вы посмотрите, что такое подглянуть в смотровое окошко. Потом мы отправились, догуляли мы этот день в городе, на Дерибасовской, в порту. Я своей девочке-подруге Анечке показывала, что такое Одесса. Можете прогуляться вместе с нами. Нам очень все здоровски понравилось.